Строительство терминала по перевалке сжиженного газа в бухте Бичевинка начнется уже в этом году. Представители компании «Новатек», которая реализует проект по перевалке сжиженного газа, прибыли на Камчатку и обсудили с главой региона Владимиром Солодовым детали предстоящей работы. Напомню, что президентом Российской Федерации в национальных проектах поставлена задача довести грузооборот по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн. Из них почти 50 приходится на долю «Новатека». И наша задача, чтобы терминал на Камчатке стал опорной точкой перевалки как раз этого объема сжиженного природного газа. Здесь будет переход газа с судов ледового класса уже на обычные газовозы, что удешевляет логистику стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект будет реализован основной в бухте Бичевинская. Все проектные работы закончены, подтверждено финансирование с федерального бюджета в объеме 12 миллиардов рублей. Уже с этого года строительные работы должны начаться, а сама инфраструктура уже проектируется. Важно подчеркнуть, что результатом реализации этого проекта будет не только экономический, но и социальный эффект. Мы знаем, что сейчас есть дефицит природного газа на Камчатке, и он будет восполнен за счет регазификации того сжиженного природного газа, который в том числе будет переваливаться. Тем самым мы обеспечим развитие экономики и населения, и объекты коммунальной инфраструктуры по доступным ценам необходимым объемам газа. Также глава региона обсудил с представителями «Новатек» перспективы создания рабочих мест для камчатцев на будущем терминале.